Водометами и дубинками разогнали мигрантов с площади Независимости в Риме. Двоих арестовали. Беженцы с субботы жили на площади, отказываясь переезжать в здание, предложенное им городскими властями. На прошлой неделе 800 легальных мигрантов из Эфиопии и Эритреи выселили из заброшенного офисного здания, которое они незаконно занимали 5 лет. Большинство переехали, но 100 человек поселились на площади.